Всем привет, дорогие рукодельницы! В сегодняшнем видео хочу показать, как сделать вот такие симпатичные маленькие аккуратненькие бантики. Выполнены они из репсовой ленты. Если вам понравились такие бантики, оставайтесь со мной. В этом видео мы сделаем вот такой бело-красный бантик. Для одного такого бантика нам понадобится, у меня бантики из репсовой ленты с вот таким красивым люрексовым краем. Нам понадобится два отрезочка, в моем случае это белый. Ширина у такой ленточки 2,5 сантиметра, а длина 20 сантиметров. Два отрезочка белой и два отрезочка красной. Ширина у нее такая же, как и у белой. Длина тоже 20 сантиметров. Затем для флажочка нам понадобится 3 отрезочка репсовой ленточки, 2 белых и 1 красный. Все они одной длины. 11 сантиметров. Ширина 2,5 сантиметра. Затем для украшения нашей серединки бантика понадобится вот такая вот красивая лента органза с такими сердечками. И обработана край такие красивые. Красивая очень ленточка. Тоже у нее ширина 2,5 сантиметра и длиной она 10,5 сантиметров. Также для бантика понадобится, они у меня на резиночке. Вот такую резиночку красную я, бесшовную. Для закрепления на резиночке ленточка атласная у меня здесь. И для серединочки вот такая красивая серединочка, которая сделала своими руками. Здесь идет сердечко, и я обклеила ее стразовой цепочкой. Заранее я ее приклеила для того, чтобы высох клей. Приступим к изготовлению нашего бантика. Начнем с первого, можно сказать так, лепесточка. Берем нашу ленточку. Складываем ее пополам и накладываем края этой стороны и этой, мы соединяем вместе. Делаем вот такой вот треугольничек. Проводим пальчиками вверх по ленточке и делаем вот такую петелечку и здесь оставляем приблизительно ширину 1 сантиметр. Для удобства вы можете закрепить края. Это уже как вам будет удобно делать такой лепесточек для бантика. Теперь эту сторону мы прикладываем к нашим уголочкам. Вот таким образом я вам сейчас покажу обратную сторону,
чтобы наш край, вот смотрите, люрексовый край, был как раз на краешке, на кончике нашей ленточки. Немножечко выступал. Теперь расправляем наши края. И здесь мы загибаем что получилось ровненькие у нас края. Вот такой кармашек у нас выходит. Придерживаем пальчиком или пинцетом, как вам будет удобно. И срезаем вот как раз по краю люрекса. И обрабатываем зажигалочкой. Вот у нас получается такой лепесточек. Покажу вам теперь на красной ленточке. Вот такой еще один лепесточек. С этим делаем точно так же. Лепесточки у меня практически готовы. А сейчас подготовим флажочки и сделаем с этой ленточки маленький бантик. Все элементы нашего бантика готовы. Продолжим делать наши лепесточки. Вот смотрите, выступающие края. Что мы теперь делаем? Берем наш клей и клеим с одной и с другой стороны. Вот теперь лепесточек уже у нас полностью готов. Делаем все с остальными лепесточками.
Вот они получаются такие пузатенькие. Теперь соединяем два лепесточка вместе. Я хочу, чтобы у них было, бантик был двухцветный. И соединяем их между собой. И соединяем по краю выступающих лент. Вот у нас одна сторона бантика готова. То же самое делаем со второй стороной. Вот такие вторая сторона нашего бантика. Теперь мы соединяем их горячим пистолетом. Если мы соединим так, у нас будет такой бантик. А я хочу третий вариант сделать. Получится в шахматном порядке наши лепесточки. Вот такой бантик у нас получается. Продолжаем собирать полностью весь наш бантик. Вот такой симпатичный бантик у меня сегодня получилось. Такие бантики длину получаются около 10 сантиметров. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик, вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока!